Ребята, всем привет! Сегодня 15 августа, вторник на дворе. Я в республике Коми до сих пор, в городе Ухта. И хотел показать, какой, видимо, я буду брать груз. Груз у меня, получается, идет на Вологду. Город Вологда. Вот такой вот, ребята, этот, скажите, я вам скажу, погрузчик. Ну, я вам еще его поснимаю потом со всех сторон, когда будет его загонять. А пока вот просто вот так вот примерно вроде как бы договорились его вести. Но это будет в четверг, поэтому я, короче, жду сейчас до четверга. Я уже тут два дня жду. Меня в воскресенье выгрузили. Получается, в воскресенье я приехал в Ухту, в понедельник я переночевал, был груз, договорились, этот груз ушел без нас, короче, там проблемы какие-то с накладными были, с документами, в общем, и взял вот такой груз. В сторону дома груза нету, поэтому видео затягивается видео, но как бы вот так вот, поэтому, ребята, не обессудьте, будет очень много видео интересного. Вот, так что смотрите дальше, а я поехал искать стояночку, где буду два дня жить, потом приеду сюда на погрузку. Мини-выпуск это будет посвященный тому, как я прожил неделю в Коми. Так что, кто еще раз не подписался, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить это новое видео и остальные, причем новые видео. А я все, погнал машину. Вот так вот, ребята, я припарковался. Здесь еще фурик стоит, там ГАИ. Ну и, в общем, купил пирог, сейчас поужинаю и пойду на рыбалку. Вот такой, ребята, карьерчик. Вода как на море, голубенькая. Там ребята отдыхают какие-то. Там кто-то на велосипеде. В общем, все круто. Смотрите, ребята, какая классная штука. Трикоза. Что там это делает? Ну давай, раскрывайся. Она вообще не боится ничего. Она замерла. Прикольно. А я все на рыбалке. Это моя первая рыбка за сегодняшний день. Рыбка бедненькая. Так вот. Будем стараться большую поймать. Рыбалочка, ребята, идет стрёмно. Зато закат красивый.